Дорогие друзья, я веду свой коп с новой помойки, и это пляжи Крыма. Здесь также присутствуют пробки, но иногда попадаются здесь монетки. И в Крыму две разновидности – советские, российские и украинские. Интересный сигнальчик. Но в песочке очень легко копать. Копаю. Монетка. Попробую отмыть. Такс. Похоже, 1 копейка украинская. Берем-с, идем дальше, возможно, и повезет. На самом деле я больше монеточек нашел, но подошли две маленькие москвички, примерно 1 метр роста, и стали делить чей же клад. Пришлось все монеты отдать им. Потом они сказали, что я должен 20 тысяч, и бабушки их позвали наконец-то домой. Поэтому это первая моя монета. Не прошло и 5 минут, новый интересный сигнальчик. На самом деле их здесь 2, и скорее всего это пробки. Копаю. Упала в песочек. Море. Крым наш. Вот во что превращает морская вода монету. Отмывай, не отмывай, все равно получишь нелепый сигнальчик. Обычно такие сигнальчики от наших российских двушек, которые сильно повреждены, либо грунт не очень. Но я в Крыму копаю. И это украинская копеечка. Не такая грустненькая, как советские до шестидесятники. На сегодня световой день здесь окончен, и
Еще одна украинская копеечка. И пока ничего интересного. И советские, в смысле российские современные деньги. Но я их не снимаю. Поэтому, скорее всего, наверное, это последний объект на сегодня. Сегодня погодка вечером получше, чем вчера. И я копаю. Крыму на пляже. Копаю. Это монетка. Ууу, 25 копеек. Украина. Сейчас мы ее чуть-чуть сполоснем. Хорошенькая. Состояние. В мусоре очень часто попадаются разные предметы. И снова сигнальчик. Копаю. Не золото, но первое украшение. Я продолжаю свой репортаж с пляжа помойки. Почему с помойки? Почему пляж помойка? Потому что на каждом пляже очень много мусора. И распознать его, полезный сигнал, очень сложно. Вот даже кто-то беруши покупал. Фу, потерял. А, нет, это... Либо это плавательные беруши. Непонятно. Ладно, хрен с ними, с берушами. Копаем. Потерял. Да. Это долго здесь пролежало. В утиль. Не прошло и метра, как новый интересный помоечный сигнальчик. Копаю.
Это пуговица. Иногда монетки попадаются прямо так. Копать не надо. Хау! Братья! Там находится город Евпатория. Сегодня довольно-таки прохладно, 30 градусов в тени, и я вышел покопать. И вот, пройдя несколько сот метров, обнаружился наконец-то положительный сигнальчик. Амплитудка нелепая, но я копаю. И это древняя украинская монета, 25 копеек. Полуостров еще не смог обрасти российскими монетками, но для этой части России это небольшой кусок уже истории. Как же приятно, обходя озеро Майнаки и Евпатории, обнаружить советскую фольговую пробку от молока. Значит, люди здесь ходили пешком. Я продолжаю свой репортаж из Евпатории, обходя озеро Майнаки. И есть интересный сигнальчик. Совершенно нелепейший и похож на нашу среднеполосную алюминиевую проволоку. Но я в Крыму копаю. И это не монетка, это майнакская пуговица. Боже мой, и здесь побывали Мосштамп Москва. Вот так вот, ребе. Вот это сохранилось. Каким образом, непонятно. Мосштамп Москва. Крутая пуговица. Беру. Но самая прикольная находка в этом месте, что доказывает присутствие наше здесь давно, это водочная пробка. Точнее, возможно, не водочная пробка, а возможно, винная местная пробка со звездой. Крым
Винтрест. О как! Звезда. Посмел предложить, что под этим деревом мог кто-то остановиться, отдохнуть. Путь не близкий, тенек не всегда найдешь. И тут же, естественно, выскочил сигнальчик. Ну тут думать нечего, копаем. Так, что у нас тут приготовил нам этот брикетик? Сейчас мы посмотрим. Так. Ага. Такс. Что у нас тут? Да что ты будешь делать? Второй день 25 копеек попадается. Вот так вот. Какой год не видно? 2006, по-моему. 25 копеек. А тоже неплохо. Все лучше, чем сидеть на пляже. Сегодня вечером опять вот такая вот погодка. И поэтому копай. Иду копать. Сегодня буду копать вот на этом замечательном пляже. Плюс 20 на этом пляже я уже не выкапываю. Больше 30-ки не беру. Вот, кстати, вот вышел, было холодно. Теперь пришлось раздеться. Копаю. Это в хорошем состоянии 25 копеечек украинских. 92-й год. Я думаю, некоторые из них могут стать вскоре раритетом. Чем дальше от моря находки, тем больше, в смысле, в хорошем состоянии они. Ого, а это 30-ка. Возможно, это... Здесь я уже выучил сигналы. 10 украинских копеек. И это в хорошем состоянии 10 копеек. 2007 год. Плюс 36, плюс 35. Я уже предметы глубже 10 сантиметров не копаю, потому что они просто в очень плохом состоянии, мягко говоря. Копаю. Еще одни 25 копеек.
Но что-то мне подсказывает, она довольно-таки грустноватая. Ее, похоже, съела. То есть профиль, силуэтик подъела ее изрядно. Ну, близость к морю. Ее спасло только неглубокое залегание, так сказать. Кустики означают, что здесь кто-то прятался. И вот интересный непонятный сигнальчик, который я сейчас выкопаю, покажу, что там лежит. И сегодняшним сюрпризом первым оказался якорь. От чего непонятно, но металлический. Берем, интересная штука. И буквально в метре, мне подсказывают чайки, обнаружен еще один сигнальчик. Жирненький такой, 52 по-нашему, плюс 52. У нас это пробка. Ровненький, красивенький сигнал. Копаю. И этим красивым сигналом оказывается монета. Единственная монета в хорошем состоянии, но номинал ее до сих пор мне неизвестен. Это украинская монетка, вот, хотя на ней мало что просматривается, но после отмывки будет ясно, какой номинал. Пока пионеры не врубили свой контент, который у меня YouTube 100% заблокирует, в эту паузу. Интересный сигнальчик, очень ровненький, плюс 39. Чайки разорались. Красивенький сигнальчик с видом на море. Копаю. Надо быстрее выкапывать, потому что YouTube эти звуки прикроет. И первое украшение этого дня. Вот такая непонятная вещь. Но это бижутерия. Это не серебро. Сегодня выдался прохладный вечерок. И так как рябь на воде и рыбалки нет, я решил покопать на этом замечательном пляже. И вот интересный сигнальчик. Поверхностный и очень четкий. Я теперь сигналы меньше 50 не копаю, потому что собирать мусор мне уже надоело. Поэтому копаю. И эта монетка 50 копеек в очень хорошем состоянии, 92-й год. Знаменательная дата. Дорогие родители, это детский пляж. Если вы думаете, что ваши дети невинные и в этом возрасте ничего не делают, то вот такие находки говорят об обратном. Винишко. Не прошло и 5 метров, как еще один интересный сигнальчик. Плюс 62 на поверхности.
Ну, тут, в общем, думать нечего, копаю. И это первое сокровище за все время. Вот такой вот образок интересный. Вот это стоящая вещь. Материал, скорее всего, серебро. Пробы на кольце есть. Но ввиду плотности солей в море и минералов, этот серебряный образок вот таким образом почернел. Первый клад. Иду дальше.